Давайте вот так вот дам. Папу любим. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, кусают! Ай, жрут крысы! Ай, слопные дикие крысюки! Всего папу съели, и папу в клетку тащут. Прям вот... Ой, еще одна прибежала. Ой, и тихо. Слушайте, у меня па... Ай! У меня па... Ай! И лапками, и нос. У меня палец один. У вас много зубов. Зачем? Ай! Ну что ж вы делаете? Ну, ребят, если чего, они знают, что нельзя кусать больно, поэтому они очень-очень аккуратно. Они просто меня пытаются затащить к себе в клетку, потому что любят папу, да. Папу любят, вот они вот прут вот целенаправленно. Тут четыре, да? Кого-то у меня не хватает. Кого-то не хватает. Семочка, зрисни, пожалуйста. Иди гуляй дальше, вот туда, в ту сторону, пожалуйста. Вот так вот. Не хватало мне еще, чтобы ты с ними познакомился. Все, все, больше не интересно. Все, прогнали мальчика, уже не так интересно. Папа уже больше не интересен. Все, папа... Ай! На, жри. Не, что, лизать? Нос? Еще один? Два нос. А где третий нос? Нос! Вон он бегает, бизит. Говорит, бизим, бизим, к папе бизим. Бизим, бизим, бизим. Свет опять загородил, нифига не видно. Ну, давай, нюхай, давай. На, ну. Ситуация. Крыся пришел к папе, говорит, я тебя знаю, я тебя нюхать. Мы тебя кусаль-кусаль, а теперь не кусаль. Теперь залезай на папу. На папу залетим, на папе, ви, качельки. Пипец, иди вот, качелька для пасюка. Извините, я дурю маюсь. Там кто-то меня еще ест. Ну что ты, моя сладкая, что такое? Ну чего? Кто-то меня вылизывает. У них тут градация такая, блин, ребят, серьезно, свет дебильнейший, нифига не видно. У них градация одна маленькая, вот, которая сейчас у меня лежит, мизинец. Вот это, по-моему, по весу, подожди. По-моему, это средняя была. Сюда я не разрешаю выходить, только на руки. Нет. Ты потом звезданешь это вокруг клетки, тебя хрен поймаешь. На руки, пожалуйста. Вот. И, ну вот это, собственно, самая крупная. Вот там прям по весу чувствуется. Такая большая крысочка. Что, пойдем смотреть, да? Говорит, здравствуйте. Привет, говорит, я пасюк. Нет, сюда нельзя. Нельзя, нет. Вот потом гулять пойдем, тогда пойдешь за шкирку и там и со шкирки уже в остальные места, да. И нефиг тут на меня нападать, и что, нападают еще не на меня. С разбега нападают. Разбежи его сначала, разбежаться надо, да, потом прыгнуть. Нет. Вот это самая маленькая, вот это самая большая, самая наглая, кстати. Да, везде, и везде она. Она везде. А ты маленькая, это да, это совсем маленькая, это с другого помета. Вот, это из строительной площадки. Да, она тоже такая же. О, да, вдвоем, ну зашибись. У меня рука-то одна всего. Кш-кш-кш-кш. Кш-пш, ушастая, пш-пш-пш. Не, не пыш-пыш, не, уже не работает, да? Совсем обнаглела, совсем обнаглела. Иди давай домой. Лизать. Давайте вот так вот дам. Папу любим. Папу любим. У кого еще четыре пасюка режут руки? М? Да есть, конечно, но это Фотик. Ой, страшно, страшно. Видели, как боится? Нельзя сюда. Ты что, она меня укусила еще? Типа, как так нельзя? Что, кто сказал нельзя? Типа, да ваш, что ж вы такие игручие, маленькие, детки еще совсем. Ну, в смысле, уже не совсем детки-то, да? Вот ты деловая колбаса. Ну, сейчас на плечо пойдет. Не, не пойдешь? Страшно. Камера боится, а так на плечо пошла бы. Нос. Вдвоем. Кыш. Вот так вот. Нет. Ну, ты-то, ну... Ватечка. Кыш. Вот это порвать. Вот это вот, вот, вот это вот. А все остальные, это нет у них имен. А это ватечка красивая. Да. Да. Просто показал, насколько они стали ручные ребята. Просто. Вот, видите?
ручного пасюка, видите? Видите, вот он ручной пасюк. Вот ручной пасюк. Вон там ручной пасюк. А там где-то умывается ручной пасюк. А это до сих пор меня лижет. На протяжении уже, ну, долго. Ха-х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 а